Братан, я тебе говорю, это развод. Самый натуральный развод. Объясняю. Если дядя не хочет нам переводить деньги через карту, есть два варианта. Либо он хочет нас вырануть с собой, либо он хочет нас убить. Третьего варианта не дано, понимаешь? Я еще раз тебе говорю. Значит, надо делать проще. Проще. Говоришь ему, дядя, нет денег, нет тачки. Все, до свидания, разговор закончен, прощаемся. Мы что, лохи какие-то, что ли? Подходи туда на эти личные встречи, я не понимаю, или что? Да, братан, слушай, там это, Лариса, походу, пришла. Да, давай сюда, позвони. Ой-ой-ой. Что случилось? Ну, я, в общем, сейчас случайно узнала, что завтра один агент из Москвы приезжает, и кастинг будет. Ну, и что? И мне, короче, Лена такая говорит, только Марине не говори, ее на этот кастинг не позвали, у нее бедра как футбольные ворота. А там еще троих позвали, они страшные, капец. Тихо, сейчас спокойно, давай без истерики, просто мне объясни, что случилось. Так, а меня на этот кастинг тоже не позвали, меня, ты понимаешь, у меня же параметры идеальные, у меня кожа идеальная, у меня на лице ни одного прыща нет, вон у Ленки на лице пятюнер горит, и только ее позвали, нет. Подожди, тебя не позвали на кастинг, и ты расплакалась из-за этого, да? Ты что, с ума сошла, что ли? Дим. Чего? Скажи мне, ну, только честно. Может, я чего-то не понимаю? Я красивая? Ну, как тебе сказать? Ты можешь его спросить? Угу.